Виви, прошу вас в машину. Окей. Добрый день, Ви. Я Джефферсон Пиралис. Ты уже говорил с моей женой, Элизабет. Очень рад, господин Пиралис. Госпожа Пиралис? Давай мы будем на «ты». Моя жена разбирается в людях. Она сказала, что мы договоримся. Теперь я понимаю, почему. Пиралис? Кандидат в мэры Найт-Сити? Тот самый. Который был окружным прокурором, а теперь заседает в городском совете. Теперь ты понимаешь, почему для нас так важна конфиденциальность. Итак, в чем заключается работа? Картер, поехали. Элизабет? Как ты, наверное, знаешь, мэр Люциус Райан недавно скончался. Мы хотим узнать, как это произошло. Громкое было дело. Разумеется. Пресса жила этой новостью много недель. Это ведь их заработок. Так вы думаете, они что-то упустили? Есть основания предполагать, что да. Насколько я помню, за пару дней до смерти Райана на него было покушение. Полиция не видит связи. Они говорят, случайная атака киберпсихопата. А смерть мэра наступила по естественным причинам? Да. И они не связаны с нападением. По официальной версии, Райан умер дома в результате отказа кардиоимпланта. Вот какой вопрос. Эти ваши подозрения как-то связаны с грядущими выборами мэра? Разумеется. Если Люциус Райан был убит, то мы должны это знать. С чего вы взяли, что в полиции ошиблись? У вас есть улики? Незадолго до смерти Райан задумал урезать бюджет департамента полиции. Возможно, это кому-то не понравилось. Нам удалось найти брейн-данс с нападением киберпсихопата. Наш начальник охраны не нашел ничего подозрительного. Но нам нужен кто-то, кто хорошо разбирается в брейн-дансах. Это необработанная запись. Брейн-данс надо вернуть на место сегодня же. Иначе у многих будут неприятности. Если согласишься помочь, можно сразу и посмотреть. Откуда эта запись? Это было публичное выступление. В таких случаях запись – стандартная процедура безопасности. После нападения она была изъята полицией как доказательство. Пришлось приложить немало усилий, чтобы ее добыть. Хорошо, посмотрю, что можно сделать. Замечательно. Будем тебе признательны, если хоть как-то сможешь прояснить ситуацию. Что у нас тут? Это я хочу спросить, что ты тут делаешь? Но это ведь и мой мозг, правда? И в этот раз не надо снимать жопы тёлочек. Все внимание на мэра, понял? Это официальная запись, и выглядеть она должна соответствующе. Подождите здесь, пожалуйста. Дальше нельзя. Риверворд, полиция. Полиция. Впускаю? Пусть подождет. Это важно. Мне нужно поговорить с начальником охраны мэра. После конференции.
Кто такой этот Холм? Понятия не имею. Для меня они все на одно лицо. Вторая пресс-конференция за три дня. Не понимаю, чего ради мы собрались? Вот поэтому я мэр, а ты нет. Сейчас особенно важно быть на виду. Иногда надо и отдыхать. Отдохну вечером. Номер во дворе Алой Королевы готов? Да, конечно. Хорошо, ну все, иди. Надо порепетировать. Двор Алой Королевы. Тебе это о чем-то говорит? А, где в крокет играют и розы красят? А потом королева такая. Голову ему долой. Короче, так бы и сказал, что ничего не знаешь. Покушение произошло буквально, как только они ушли. Выглядит, как будто это было задумано. Или псих просто улучил момент и воспользовался шансом. Не впадай в паранойю. Дальше нельзя. Риверворд, полиция. Полиция. Пускаю? Это важно. Мне нужно поговорить с начальником охраны мэра. После конференции. Коп хотел что-то передать охране. Ну да, что он встанет в очередь желающих лизнуть жопу Райну. После конференции. Что за мелодия? Не узнаю. Мелодия? Которую он напевает. Я бы не назвал это мелодией. Поет и поет. Его имплантами можно хромировать полгорода. Наверняка все так и было. Тело пропало из морга, никто ничего не видел. А потом какой-нибудь коп прикупил себе новую тачку и пижонские шмотки. Ты этого копа за руку ловил? Или так, треплешься? Да я уже столько в жизни видел, что мне не нужно никого за руку ловить. Люди не меняются. Ну, то есть треплешься. Терминал завис как раз в тот момент, когда он проходил через рамку. Это не случайный глюк. Но бывают и более удивительные совпадения. Например? Например, трахнешь тёлку и её сестру в один и тот же вечер. А потом выясняется, что не обе монашки. С тобой правда такое было? Нет. Ну могло же. Так, так, так.
вернулся. Прекрасно. Так, что ты думаешь? У нас... Хорошо. Вернемся к этому позже. Ты вернулся? Прекрасно. Да, как-то все это очень нехорошо попахивает. То есть подозрения не напрасны. У тебя есть какие-то вопросы? О чем была эта конференция? Да ни о чем. Райан просто любил выступать перед восхищенными массами и потом на себя по телеку смотреть. Насколько я помню, официальной темой было снижение уровня преступности в Найт-Сити. Райан собирался этим похвастаться. В смысле снижение? Райан объявил Пасифику независимой территории. Ее статистика перестала идти в зачет города. Ха, ловко. Кто такой Холт? Заместитель мэра. Его цепной пес. Сейчас он идет на выборы. Что такое двор Алой Королевы? Извини, без понятия. Впервые слышу. Что известно про полицейского, который спас Райна? Это детектив Ривер Уорд. Хороший малый. Мы не раз с ним работали. Если хочешь с ним поговорить, я могу это устроить. У кого-то, кроме охраны мэра, был доступ к терминалу? Только у полиции. А охранники мэра тоже из полиции? Нет. Все они подобраны Холтом и работают в корпорации. Хотя среди них есть и бывшие копы. Уорд появился так вовремя. Или это невероятная удача, или хорошая информированность. Мне нужно и то, и другое. Неплохо сказано. Пересылаю его контакты. Если что-то еще понадобится, мы поможем. Только скажи. Меня зовут Ви. Я расследую смерть Люциуса Райна. Расследуешь? Ты не из полиции. Я работаю на Джефферсона и Элизабет Пиралис. Будущий мэр разнюхивает обстоятельства смерти предыдущего? Любопытно. Мне уже удалось кое-что накопать. Не менее любопытное. Я собираюсь выпить кофе в мордатом бизоне. Сейчас подъеду. Beatrice.
Тут, похоже, к тебе пришли. В чем дело? Ривер Уорд? Да, это я. А ты Ви, так? Мой напарник, детектив Хан. Спасибо, что согласился со мной встретиться. Ты правда будешь работать с наемником? Я еще не решил, что буду, а что нет. Для начала послушаю, что нового о смерти Райана. Ты опять об этом? Шеф тебе уже сказал бросить это дело. Ты бы лучше его послушал с первого раза, что проблем не заимеет. А не хочешь слушать его? Послушай меня. Я ведь твой друг и добра тебе желаю. И я тебе говорю, бросай. Так я же ничего не делаю. Просто сижу, пью кофе и слушаю сплетни. Ладно, поступай, как знаешь. Я не ввязываюсь. Пора мне. Я и так уже к дочке опаздываю. А вы, ну хоть уйдите в тихий уголок для таких бесед, а то еще подслушают. Ну, говори. Я смотрю, детектив Хан не в восторге от наемника. Не бери в голову. Детектив Хан вообще мало от кого в восторге, кроме своей дочки. Ты хотел поговорить? До покушения ты пытался связаться с людьми Райана и передать через них сообщение. Что в нем было? Знаешь что, Хан прав. Здесь слишком хорошая акустика. Пойдем в мою машину. Окей, ладно. Ребята из моего участка задержали Хорвата Вороя. Он стрелял по мусорным бакам и кричал, что у него назначена скорая встреча с мэром. Кого задержали? Питера Хорвата. Психопата, который потом напал на мэра. Его закрыли, но он вдруг потерялся, даже не успев дать показания. И ты решил предупредить мэра, а возможно... Просто так? По доброте душевной? Ничего себе. Тебя послушать, так в этом есть что-то постыдное? Нет, не постыдное. Скорее, очень редкое. Только что значит потерялся? Как это вообще просто могло произойти? Кто-то не хотел, чтобы в этот день он сидел в камере. И можешь не спрашивать. Я не знаю. А теперь я спрошу. Почему Пиралес взялся за это дело сейчас? И почему неофициально? Может быть, он просто боится. Не хочет занимать кресло, с которого уносят ногами вперед? Я бы тоже не хотел. Я думаю, он пытается дискредитировать Холта. Считает, что Холт в этом замешан? Не знаю. Но даже если нет, убийство мэра бросает серьезную тень на его заместителя. Ты знаешь, что такое двор Алой Королевы? Ничего не слышал? Может, и слышал, может, и знаю. Но как это связано с Райаном? В день своей смерти он туда собирался. Короче, надо нам Насколько я знаю, двор Алой Королевы – это элитный клуб. Где он, без понятия. Информатор. А потом мы поговорим с бабой, у которой работал Хорват. Или можем сразу поехать к ней. Это уж ты решай. В смысле можем? Это дело не дает мне покоя. Так быстро. Ты выполнишь заказ, а я найду доказательства и смогу убедить шефа возобновить след. И все довольны. Ну что, куда сначала? Едем к его начальнице. Если этот мужик как-то добыл себе столько хрома, то и на противопсихозные препараты должно. Надо это проверить. Хорошо.
90% времени детектив проводит за болтовней. А что делает остальные 10% времени? Рапорты пишет. Так с кем нам надо поговорить? Ты говорил, она босс киберпсиха? Кристина Марков, 42 года. Единственный работодатель Хорвата. И вообще его единственный контакт. Давай, Ви! Я понятия не имею, кого мы ищем. Будем спрашивать. Я начну слева, а ты бери правую часть. Вы знаете Кристину Марков? Она здесь торгует. Не знаю никакой Кристины. Я сюда не общаться прихожу. Где мне найти Кристину Марков? Не знаю такого. Берешь, что нет? Если нет, не моя. Это вы Кристина Марков? Нет, но я ее знаю. У нее магазин электроники на той стороне. Это вы Кристина Марков? Я? Нет, вон там она. Магазин электроники. Спасибо. Уходи, уходи. Кристина Марков, у нас к вам пара вопросов. Вы агенты? Хотим узнать про Петера Хорвата. Он вроде здесь работал. Работал, работал. А потом перестал работать и начал без перерыва речи толкать. А много он тут получал? За его импланты ведь можно скупить весь этот рынок. Ха-ха-ха! Да ужасно много. Эдди лопатой греб. Миллионером был. Мы тут все такие. Есть идеи, откуда у него могли взяться такие суммы? Были бы у меня на этот счет идеи, я бы не торговала тут всяким дерьмом, а прикупила бы Ави, да улетела бы отсюда подальше. Он просто в один прекрасный день пришел с имплантами и весь на взводе. Я спросила, откуда это все, а он ответил, что его, наконец, оценили по достоинству. А потом опять задвинул очередную свою тираду. Когда Хорват начал себя странно вести? Хороший вопрос. Это смотря что называть странным. Тут ведь надо понимать, что нормальным Хорват не был отродясь. Но вот если сравнивать Хорвата до отсидки и после, получится два совершенно разных чудика. Толкал речи, значит? И о чем же? Корпораты крепко держат Райна за яйца. И все равно он смог меня наебать. Это общий смысл. Почему он был так зол на мэра? А чего ждать логики от психа? Может, ему казалось, что Райан говорит по телевизору только с ним, обещает всякое, а потом ни хрена не делает? Ну, вот так он смотрел на мир. Был уверен, что все вокруг только и мечтают лично ему насолить. А больше всех, конечно, Люциус Райан. Может, кто-то еще хотел насолить Хорвату? Кроме Райана? В первую очередь, госпожа президент. Потом Сабура Арасака. А как он умер, уже его сын, Юринобу. У вас все, детективы? А то вы мне клиентуру пугаете. Его, наконец, оценили по достоинству. У Хорвата были спонсоры. Боюсь, не сильно мы продвинулись. Пускай сейчас кажется, что мы ничего не узнали.
Но информация часто набирает вес только в контексте. Допустим, человек говорит, что у него болит голова. На первый взгляд, маленькая деталь, которая ничего не значит. Но потом этот человек вдруг шагает на дорогу прямо под колеса машины. И тут сосед вспоминает, что кто-то недавно чинил кондиционер в квартире у погибшего. Случайность? Стечение обстоятельств? Или умышленное отравление некой аэрозольной смесью? У тебя правда было такое дело? Нет, это я только что придумал. Но принцип ясен. Прекрасно. С ними я сам разберусь. Уйди с дороги, Лак. Твой приятель сел надолго. Ты тоже хочешь к нему за решетку? Ребята, выборы на носу. Полиции надо себя показать. Всем очевидно, что скоро его выпустят. С тобой опасно по улицам ходить. У тебя еще с какой-то бандой напряги или только с тиграми? А ты как думаешь? Я же коп. Хорошо, что обошлось без трупов. Меньше бумажек писать. Поговорю с информатором про этот клуб, двор Алой Королевы. Я так понимаю, ты в деле? Что за вопрос? Поедешь со мной? Конечно, я поеду с тобой. Почему на Найт-Сити в больницы попадает все больше пациентов с дефектными имплантами, которые были приобретены на черном рынке? Из-за коротких замыканий в контрафактных изделиях погибли уже несколько жителей. Мой человек работает здесь. Ты с ним поболтай, а я подожду снаружи. Передай ему привет от Игоря. Он знает, кто это. Караваны кочевников появились на окраинах города... Ведь это твой информатор. Меня он не знает. Наша прошлая встреча закончилась неудачно для него. Люди, которых он сдал, об этом узнали. У тебя больше шансов вытянуть из него что-то добром, если я не буду маячить перед носом. А что это за малый? Владелец магазина, любит всюду совать свой нос, а клиенты у него разного пошиба, так что знает много. К тому же он трус. Идеальная комбинация. Ну ладно, жди тогда здесь. Тебе чего? Добавить огоньку в серые будни или есть какая фантазия? Поможем исполнить любой каприз. Я ищу один клуб, двор Алой Королевы. Я бы советовал начинать с чего-нибудь помягче. Рекомендую бар Лизис в Кабуке или Облака в Джапантауне. Мне нужен адрес. Этот адрес знают только избранные, понимаешь? А если ты его не знаешь, тебе там не будут рады. Привет от Игоря. Нет уж, нахер! Я с этим завязал. Так что можете дружно от меня отъебаться. Бля. Привет, Нил. Отвали. Спокойно. У меня всего один вопрос. Здесь смотреть нечего. Кому сказали? Уматывай! Оставьте меня в покое, все равно я не буду сотрудничать. Двор Алой Королевы.
Дай нам адрес, и мы уйдем. Да, да, как в прошлый раз. А потом ко мне пришли, переломали все пальцы. Это было без меня. Сейчас я здесь, и я обеспечу тебе защиту. Если кто спросит, мы нашли адрес в кармане у мертвеца, выловленного из бухты. Ладно. Клуб находится за чертой города, у реки. Район Бонита-стрит. Ты там был? Я туда доставлял товары. Иногда привозил рабочих. И вообще не знаю, чего вам там разнюхивать. Клуб пустой. Закрыли лавочку. Закрыли? До смерти Мары Райана? Или после? Вроде сразу после. Спасибо, Нил. Охуенно везет. Ну и ну. Расследование сдвинулось с мертвой точки. Я еду прямо на Бонита-стрит. Поедешь со мной? Хорошо, давай.
Давай, Ви! Это район животных. Да, я уж вижу. Ты кого-то из них недавно закрыл? Нет, недавно нет. Но они вообще не фанаты копов. Я туда не могу войти без ордера. А вот ты... Ага. Хорошо. Будем на связи. Говори, если что найдешь. Черный ход. Животные не выставили охрану. Видно, давно сюда никто не заглядывал. Бля! А без этого нельзя? Обычная мастерская. Там клуб, я тебе говорю. То есть, типа, у тебя чутье, интуиция копа? Что-то вроде того.
Три лестницы. Умно. Что тут было, но кто-то очень старался замести следы. Что нам надо искать? Попробуем найти кабинет администратора. Такой в каждом клубе есть.
Наверное, это и есть кабинет. Нам нужны их компы. Это в самую первую очередь. Я по поводу Люциуса Райна, покойного мэра. Он был здесь в день своей смерти? Может быть, был, а может и нет. Хер его знает. Но вот ты вполне можешь побывать здесь в день своей смерти. Шутка! А что вы тут караулите? Тут уже и красть-то нечего. Мы не караулим, мы сидим, ждем, блять. Чего? Платы за честность.
проделанную работу. Видишь, разгромили тут все в лучшем виде. Короче, дело сделано. Теперь бы деньги получить. Я вам заплачу. Я вам половину той суммы, вы мне информацию. Половину? За половину я тебе скажу, какого он роста и ничего Подумай. Больше. Подумай. Получишь половину сейчас или всю сумму когда-нибудь. Может быть, никогда. Ладно. Давай сюда, Эдди. Кто вам заказал разгромить клуб? И зачем? Уэлдон! Холд! Правая рука и бойцовый пес Люциуса Райна. Кандидат в мэры на грядущих выборах? Подходящая мразь для такой работы! Спасибо за помощь. Да, окоченел уже. Смерть наступила явно больше часа назад. Карты травмы при себе нет. Думаю, он намеренно ее где-то оставил. В таких клубах не любят, чтобы экипаж травмы высаживал двери в самый горячий момент действа. Похоже, сердце. Избыток острых ощущений, если понимаете. Окей, да, давайте так. Коронер найдет его дома. Что писать, я надиктую. Умер во сне, тихо, как младенец. Парни его уже выносят. Да нет, никто его не увидит. Точно. Да, да. Все сделаю и перезвоню. Ривер, я нашел запись. Ты должен ее увидеть. Сейчас перешлю. Похоже, твой Чумба зачем-то скрыл обстоятельства смерти Райна. Мой Чумба? Ты про Хана? Да, про него. А ты ничего об этом не знал? Черт. Нет, не может быть. Уходи оттуда, Ви. Я напишу ему, что хочу встретиться в мордатом бизоне прямо сейчас. Немедленно. Окей, выхожу. Подожди меня. Что ты тут делаешь? Тебе же не положено сюда заходить без ордера. Не положено. Но некоторых ведь вообще не оставишь без присмотра. Ага. Ну ясно. Что это было? Похоже,
Райан умер не от сердечного приступа. Я сразу так и сказал. Но... Вирт был зараженный. Вот так он и погиб. Черт. Похоже, ты прав. Давай, Ви. Ладно, дельтуем. Вроде я тут видел еще один выход. Твою мать. Ты, я смотрю, с той же компанией. Заткнись, Гарольд. Я знаю, что ты сделал. Я не спрашиваю, почему ты это скрыл. Не спрашиваю, зачем дал себя в это втянуть. Я хочу знать одно. Кто отдал приказ? А какая разница, Ривер? Почему тебе это так важно? У тебя совесть чиста, можешь спать спокойно. Знаешь почему? Потому что я взял всю ответственность на себя. Ты понятия не имеешь, как в этом городе что работает. Веришь в дутые лозунги, пустые фразы. Думаешь, они что-то значат? Это все треп один. Эй, что ты на меня так смотришь, наемник? Ты знаешь, что я прав. Я знаю изнанку этого города. Значит, понимаешь, как тут все работает. И в мэрии, и на улице правила те же. Райан это понимал. Он боролся за этот город. Иногда по правилам, иногда без правил. Но всегда изо всех сил. И я не хочу, чтобы поливали грязью его доброе имя. Политика — это скучно. Всякий мэр — сволочь, и разница только в цвете пиджака. Не всякий мэр спас город от панцеров Милитеха, когда новые штаты бросили их на захват Найт-Сити. Только Люциус Райан. А люди это помнят? Нет, зато очень важно посмаковать скандал вокруг его смерти. Ви, я благодарен тебе за помощь, но это не твое дело. Я сам разберусь. И как разберешься-то? Арестуешь меня? У меня есть запись, есть мотив и есть твое признание. Так что могу и арестовать. Но в этом нет смысла. Можешь даже не говорить, кто отправил тебя заметать следы. Я и так знаю. И раз тут начальство замазано, пойду в отдел внутренних расследований. Они тоже ничего не сделают. Со мной. А вот ты сам лишний раз подставишься. Ехал бы ты домой, Риви. Поспи, успокойся. Утром будет проще уложить все это в голове. Я лично так и сделаю. Твою мать. Ну, что теперь? Я этого так не оставлю. Не могу. Райна убил Холт. Просто хотел занять его место. Самый банальный мотив и самый правдоподобный. Использовал полицию, чтобы замести следы. Нет. Думаю, все было не совсем так. И как же тогда? Не знаю. Тут дело явно глубже, чем видим я, ты, Хан и даже Холт. Может, мы так и не узнаем, кто за этим стоит. Сообщу во внутреннее расследование. Этого хватит, чтобы возобновить следствие.
Не делай этого, тебя уволят, в лучшем случае. И все равно ничего не изменится. Может, вы правы. Только чхал я на ваше мнение. А ты поедешь теперь к пиралисам отчитываться? Да. Ладно. Я тут пока останусь. Спасибо тебе, Ви. В общем, я уже представляю, что стоит за смертью Райна. Хорошо. Пожалуйста, зайди к нам. Такие деликатные вопросы лучше обсуждать лично. Будем ждать. Спасибо. Знаешь, скажу тебе одну вещь. Я слушаю. Ничего им не говори. Не дай себя в это втянуть. Это дело как трясина. Неосторожный шаг и провалишься с головой. Не драматизируй. Я скажу и уйду. Блять, короче, делай как знаешь. Все равно убеждать тебя бесполезно. Привет, Ви. Заходи. Чувствуй себя как дома. Джефферсон скоро будет. Располагайся. Благодарю. Мы рады тебя видеть. Элизабет сказала, у тебя есть новая информация. Я внимательно слушаю. Это запутанное дело, и в нем много вопросов. Так что мне бы не хотелось делать поспешных выводов. Ну, что ты об этом думаешь? Джефф, милый, умей читать между строк. Запутанное дело — смерть в собственном доме от сердечного приступа.
Какие уж тут вопросы. Значит, мы были правы? Да, этого мне достаточно. Мы должны быть осторожны. Очень осторожны, Джефф. Именно это хочет нам сказать Ви. Благодарим за помощь. Вот гонорар. Рад, что смог помочь. Привет. На чем мы остановились?